Секретно. Президенту Соединенных Штатов Америки Дуайту Эйзенхауэру от посла Соединенных Штатов в СССР Чарльза Юстиса Борина. 26 июня 1953 года. Наш источник в ЦК сообщает. Главный фигурант арестован. Дается подтверждение. Вопрос объединения Германии окончательно закрыт. Утро следующего дня Москва встречала спокойно. Люди спешили на работу, покупали в киосках газеты. Обращение Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Вчера, 26 июня 1953 года, разоблачен злейший враг советского народа, агент американского империализма Лаврентий Берия. Коммунистическая партия и советское правительство выражают уверенность в том, что гнусные происки врагов нашей великой Родины не могут поколебать веру народа-победителя в светлые идеалы социализма. Президиум ЦК.